Ну что, приступим? Слушай сюда, тварь. Как только я освобожусь, первый, кого я разорву, будешь ты. Что? Мы живы? Но мы сделали это вместе. Но сейчас, друзья, я чувствую, что-то надвигается страшное, и нам надо готовиться к страшной битве. Вы хотите сказать, что этот самый Эннард хочет заполучить наши души с помощью силы марионетки? А потом что? Да, и не только ваши души, а также души многих других. Как только он выберется на поверхность, но пока что он не может этого сделать. Он не настолько силен, и люди с ним справятся. Не знаю, как вы, но я чувствую себя не в своей тарелке, находясь в костюме той Бонни. Как будто меня терзает вина за случившееся с ним и другими той аниматрониками. Ты не виноват, Бонни. То, что с ними случилось, это вина Спрингтрапа и никого другого. Да, но хорошо все же, что Спрингтрапа больше нет. Я не думаю, что он мог бы уцелеть после взрыва в страшном аттракционе. Да, Спрингтрап был силен физически, но теперь у нас есть враг посерьезнее него. Это Эннард, и у него много магических способностей, одна из которых он может с помощью своей силы запудрить вам мозги. Ладно, давайте решать проблемы по мере их поступления. А сейчас пойдемте в наш командный центр, и я познакомлю вас со своими друзьями. Так-то лучше. А сейчас для тебя первое задание. Найди, где прячутся эти жалкие аниматроники. Но не уничтожай их, а просто потом доложишь мне их место расположения. А ты... Иди и проследи за ним. Он хоть и под воздействием моей силы, но все же, мало ли. Но, повелитель, я даже рядом с ним не хочу находиться. Вдруг он меня убьет. Ты хочешь меня слушаться? Ты не боишься, что я могу убить тебя, а? А ну, быстро выполняй мой приказ. Слушаюсь, повелитель. Так, Балора, надеюсь, моя броня готова? Да, повелитель, я собрала ее. Хорошо, неси ее сюда, и совсем скоро мы с ними встретимся вновь. Итак, познакомьтесь, это Фантайм Фокси. Эти сорванцы — это братья Бьюти Баб, очень смышленые ребята.
Есть еще кое-кто, но я думаю, вы знакомы.